О, мы в игрухе Dark Riddle. Круто. Искал что-нибудь наподобие «Привет, соседа» и нашел Dark Riddle, только на мобильной платформе. И сегодня мы на нее посмотрим. Внимание, территория соседа. Внимание, никаких детей. Ну вот, я уж губу раскатал, я хотел туда зайти. Коп? Здесь коп бродит. Какой суровый усатый коп. Дрищавый, правда. Спокуха, не надо мне топтать. Какой невоспитанный. На рукаве число 23. Наручники есть. Ну, действительно, это же полицейский. Еще и пистолет есть. То есть есть вероятность, что он будет меня защищать. Или ловить. Газы. Газы из недр земли. О, как штыривает. Не-не-не, это плохие газы. Такое лучше не нюхать. Ну, погоди, дай еще раз. Фу, как воняет, аж глючит. Ну, конечно, какой дебил будет нюхать канализацию. Кругом одни коробки стоят, как будто весь город недавно только переехал сюда. О, газета. Можешь забрать? Разработчик проекта такого-то скончался от истощения и скуки, во всем виноваты инопланетяне. Мама. О, а вот это что мигает? Задачи. Проникни в дом соседа. А все остальное скрыто. Инопланетный какой-то шифр. Ну ладно, мы попробуем проникнуть в дом соседа. Задача у нас есть, цель ясна. Но сперва нужно проверить округу. О, люк. Можно люк стащить? Не берется, не хватает. Магазин. Тут есть магазин. Здравствуйте, шанхайский продавец. Что у вас? А, ну это магазин игры. В игре есть магазин, и в магазине есть еще один магазин. Пистолетики, батарейки. Можно купить, в принципе, если у тебя есть валюта. Я должен идти в другое место. В какое? В какое интересное место должен идти? В баню, что ли? Hello. Да хватит гауть. О, еще одна газета. Компания Paga утверждает, что их игры основаны на реальных событиях. То есть я сейчас играю в игру, основанную на реальных событиях? Ну ладно, допустим. Допустим. Короче, все. Я думаю, что нужно идти туда, куда меня послало задание. О, яблок. Но не за яблоком же меня послали, правильно? Сундук? У меня есть сундук? Ух ты, а там пусто. Хотя я видел... В смысле инвентарь заполнен? Подождите. Как это я не могу в сундук ничего положить, если у меня есть сундук? В рюкзак могу. Чтобы выбросить предмет, перенесите его сюда. Но не хочу выбрасывать. Исчезнет табличка. Спасибо. Магические слова всегда помогают. Короче, в сундуке что-то лежит, но когда его открываешь, там ничего нет. В дом войти нельзя. Это печально. Печаль, где ж мне ночевать? На улице, что ли? Как бомжара последний. Картоночку надо будет найти. Яблочный джем. Последнее яблоко выкинул. Чё ж мне на ужин-то пожевать? Так, надо проникнуть к соседу и забрать это яблоко. У меня есть резкие основания проникнуть в дом соседушки. И если что, копы меня не повяжут за это. Я надеюсь. Никаких детей. И закрыто. Ну что ты будешь делать? Оп, полицейский идет. Я тут просто гуляю, мистер коп. Сейчас мы сделаем вот так вот, по-хитрому. Хлыбыч. И перепрыгну. Коп, уходи, уходи, давай сваливай. Блин, это выглядит, как будто я какой-то злодей, проникающий на соседскую территорию. Это вообще незаконно. Коп меня может повязать. Вот и яблочко мое. Нам надо присесть. Как здесь присесть? Почему сделали красть и прыжок на одну кнопку? Ну что? Так. Я случайно открыл входную дверь и проник в дом соседа. Ну ладно, мы уже внутри. Тут, кстати, яблоко мое, так что все попла... Ой, ключик. Ключик. От чего же ты, ключик мой? Хорошо. А это что за инопланетная приблуда? Пойдем сюда, забежим. Господи, я проник незаконно в дом соседа, где написано было, что детям вход воспрещен. Ящики не отпираются. О, я в рюкзак залез. Жал совсем другое, а попал в рюкзак. Нет, спасибо, я сюда не хочу. Я хочу просто убрать ключ. Блин, я его выкинул. Чтоб ты понимал в дальнейшем, как у меня вообще жмутся кнопки на телефоне. У меня кнопочный телефон, поэтому... Я могу нажать что-то не то. О! Я, кажется, понял, как красться. Надо было зажать кнопку и вниз повести пальчиком. Все, теперь мы крадемся. Мы настались. Опачки, замочек. Закрыто. В рюкзаке у меня только... Подожди, а где ключ?
А, я его не подобрал. Надо вернуться за ключом. Погоди-ка. Ломик. Давай его заберем. Я буду ходить с ломом. А вот, кстати, и ключик. Иди сюда. В смысле, либо ключ, либо лом. Я не хочу выбирать между этими двумя жестянками. Я хочу оба. Оба этих предмета. О, о, все, все пучком. А ключик у меня где? Ключик у меня на поясе. Все шикарно. Пойдем теперь посмотрим, что тут искрится. Какая-то фигня сломанная. Нужна серебряная карта. А нафига, если тут все уже сломано? Наверняка это какая-то ловкая загадка. Мы это узнаем чуть позже. Где у нас вообще соседушка шастает? Я не понял. У него тут по квартире малолетка бегает, а он где-то шастает. Ну, мне это даже на ру... Не дышать, не прыгать. Тихонечко сваливаем. Чуть не спалились. Это было очень близко. Пойдем на свежий воздух. Подышим кислородом. К тому же по мини-карте я вижу, что сосед идет за мной. Кажется, он что-то заподозрил. Он чухнул что-то неладное. Ух ты. У него на заднем дворике какая-то постройка. Туалет? Нет, не туалет. Вот это домище. Нужна золотая карта. А здесь закрыто. Зачем я лом выкинул толстыми пальцами? Я не то хотел нажать. Ломик, мы с тобой никогда не расстанемся. Но, честно, ты мне мешаешь, поэтому... Надо бы его где-нибудь тут положить, закопать на заднем дворе. В рюкзак он не помещается, слишком большой. Так, лом, я тебе положу вот здесь, под этим деревом. Лежи здесь и жди своего часа. Соседушка позаботился о нас. Мы же мелкота еще та. Специально лесенку поставил. А это что за фигулина? Ой-ой-ой-ой-ой, это сигналка. Надо валить отсюда. Сейчас сосед прибежит. Ага, он бежит. Ой-ой-ой, близко совсем. Давай здесь укроемся. За углом. Ну-ка, подожди. Он застрял из-за этой лесенки. Ну ладно, не расстраивайся. Кажется, он расстроился. Смотри, сгорбатился и с расстройства пошел походу холодильник грабить. Ну да ладно. Давай возьмем яблочко и собьем вот эту камеру, потому что она тоже нас палит. О, косю. Я прицел специально убрал, чтобы тебе больше обзора было, чтобы ты видел, что тут происходит. Поэтому стреляй наугад. Это как в КС. Стрелять со снайперки, без прицела. Не то хоть... Я вообще не это хотел. Блин! Соседу стекло разбил. Ай, я негодяй. Я ж без последствий хотел. Ущерб нанесен, а это значит, что дядя полицейский может меня нагнуть в любой момент. Родителям позвонят, скажут, что тут ребенок ваш шалит. Административку пропишут. Ох, попадос будет. А потом родители вовсе в детдом сдадут. Так, ну вроде сосед где-то здесь трется, но он не шибко злится. Чёртова камера. Сбить бы ее. Давай. Давай, мальчуган. Есть! Враг оглушен на 5 секунд. В смысле на 5 секунд? Я там так нормально ж бахнул по ней. Она ж заскрилась. 5 секунд. Она что, самоочинительная, что ли? Вот эту штуку надо тоже оглушить. Или может быть ее просто аккуратненько свистнуть? Давай-ка яблочком. Ей пофиг вообще. Она что, одноразовая, что ли? Вообще даже не пиликает. Ноль внимания на меня. Может, в ней батарейки сели? Это, знаешь, портативная колонка. Вот это вот мне напоминает. Эта штука. Ладно, штука, давай. Счастливо. Когда лень накладывать звуковые эффекты? О, ты гляди, это же ключ-карта, походу. Золотая ключ-карта. От того здания. Так. Тырим ее в карман. Тут нам нужен ключик. Вот этот ключик подойдет? Нет, не подходит. Даже разъем под ключ другой. Угу. А здесь открыто? Тоже закрыто. Западня какая-то. Везде все закрыто, никак не проникнуть. Значит, на втором этаже что-то ценное. Сосед нас скрывает что-то очень важное. Ломик, пойдем. Может быть, ты мне поможешь открыть замки? Вот эту вот деревяшечку можно... Нет, не отодрать эту деревяшку. Только ключик нам поможет. А говорят, что против лома нет приема. А выходит, что есть досочка с замочком. Отличный прием против лома.
Ну хорошо, давай заглянем, что у нас здесь. При помощи нашей золотой ключ-карты. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ёшеньки. Это что за фигня? Ой-ой-ой, страшно к ней подходить вообще, капец. А это пистолет инопланетной разработки. Нет батареек? А, ну сейчас. Подожди, батареечки тут есть, вот они стоят. Три штучки. Вот эта штука трещит так же, как та музыкальная колоночка. Может, ее забрать можно? О! Забрать-то забрал, но в карман не положишь такую штуку. Че, куда она делась? А, в смысле заморожен? В смысле она по текстуре упала? Я ее даже подобрать не мог. Короче, это ловушка заморозка. Вот, мы с тобой поняли, что это такое. Но, походу, сейчас придет сосед и навтыкает нам по полной помидоры. А, не, я разморозился. Хватаем, короче, последнюю батарею. Сосед бежит, бластером стреляй в него. Ладно, давай яблоки заюзаем. 30 штук яблок золотых. Враг оглушен. 5 секунд. Бежим скорее. Фух, вот это меня пронесло. Яблоками откупился. В итоге у меня теперь 5 яблок всего. Чё ты там бжикаешь? Сейчас бластером дам. Хотя, чё на тебе батарейки тратить? Короче, там, когда сосед вбежал, я вообще растерялся от страху, все кнопки поперепутал. В общем, пока сосед у нас там, мы пойдем сюда, в дом. И попробуем проникнуть на второй этаж. О, снова ловушка. Чистюля. Зашел в ванную и чистюля достижение получил. Давай-ка мы эту ловушку возьмем все-таки и поставим на входе. Единственное, что мне очень любопытно, будет ли она действовать на самого соседа. То есть на нас-то она 100% задействует. В общем, будем молиться, чтобы сосед попал в эту ловушку. Как тут интересно, смотри, какая дверь. Приставка с телеком, кто-то тут играет. Какой замок. Кодовый замок, да еще и дверь какая-то навороченная. А есть что похомячить на кухне? Кушать хочется. Яблоки. А чё одни яблоки-то? А где пироги? Молочко, хлебушек? Ах, да, я ж не у себя дома. Чё-то пришел к соседу, начал права качать. Чё это у него? Пожрать нету. Может, он на диете сидит. Действительно. Ладно, пойдем на второй этаж, поглядя-каем, что у него на втором этаже. Прям капец, как интересно. Сосед снизу под нами ходит. Давай присядем. Тут камин, лестница на третий этаж и дверь, которая закрыта. Здесь тоже закрыто, но на цепи. Надо как-то эти цепи снять. Оу, блин. Камин-то дырявый оказался. Точнее, он сплошняком. И первый, и второй... А как? В смысле? Как на втором этаже огонь разводить, если там дырка на первый этаж? Ладно. Не мои проблемы. Не моя квартира, как говорится. Мы на третьем этаже. И что же мы тут имеем? О, телескоп, мечта детства. Поглядеть на звезды. Кусачки. Погоди, а может эти кусачки смогут раскусить те цепи? На втором этаже двери с цепями. Может, пойдем проверим. Сейчас проникнем сюда. Реально. Взломываю все замки соседские. Взломщик. 1000 хп дали. Так что я теперь опытный взломщик. Смотри-ка, венички всякие. Ключик. Золотой. Подожди, нельзя такой выкидывать. Золотые ключи нам нужны. Давай мы его на пояс тоже повешаем. Вот так вот. Или можно в рюкзак убрать. А, в рюкзаке у меня другой ключ. Ну и все, места есть, все хватает. Здесь закрыто. Закрыто с другой стороны. Ладно, пойдем еще разок проверим. Ха! Ловушка сработала. Враг парализован на 10 секунд. Ништяк. Можно бродить и не париться 10 секунд. Ну вот, 10 секунд прошли, все, мы снова переживаем. Мне еще вот эта игрушка привлекла внимание. Ракета. Можно ее как-то запустить, запульнуть? Например, кину сейчас ее к себе домой. Новое достижение. Карлсон. А, Карлсон, который живет на крыше. Но у меня нет пропеллера, так что какой Карлсон? Ракета, лети ко мне домой. Ну вот, теперь у меня появилась новенькая игрушечка. Будет с чем поиграть ночью. Мы на крыше. А можно, кстати, как Санта? Сейчас, подожди, я тут еще все посмотрю. Мы на крыше дома соседского. Кругом горы.
звезды, красота. Я хотел залезть еще в трубу и как Санта спуститься по ней. Но не судьба. Смотри, 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 что придумал. Блин. Я думал, стекло выдержит меня, но нет, я слишком жирный был. Два стекла уже разбил соседу. Надеюсь, он не сильно расстроится. Но вообще он меня даже ни разу не заметил. Так что... А, нет, он меня заметил. Я думал, раз он меня... О, батарейка, круто. Я думал, раз он меня не видел, значит, он не подозревает, кто ему разбивает окна. Ну что ж, третий этаж мы обыскали полностью. Теперь нам нужно думать, как проникнуть в закрытые двери. Потому что, по большому счету, остались только они. Пойдем-ка за щипцами. Не знаю, понадобятся они нам еще или нет, но давай на всякий случай заберем. Ну что ж, пора выбираться. Но пока я буду выбираться, не забудь поставить лайк под этим видео, если тебе нравится эта игруха, и подписаться, чтобы не пропустить следующие видео. Ну а на сегодня, пожалуй, это все. Спасибо, что смотрел. Пока. Увидимся в следующем ролике.